отримали від вас плати, відпрацювали вже ними. Результат 100% спрацювання, але саме головне, що сподобалось, це в порівнянні з іншими платами, це їхня безпечність. Привет, брат. И приветствую. Как ты? Хорошо тебе? Плохо слышно. Еще раз, пожалуйста. Я говорю, как ты, брат? Спасибо, и дела хорошо, и настроение очень хорошее. Откуда будешь, брат? Я харьковчанин. У меня, кстати, дед там учился, политех харьковский. Ну да, известный так, харьковский знаем, политех. Знаем. Очень крутое учебное заведение было. А Харьков вообще это город, так сказать, ученых и образовательных учреждений. Сколько у нас вузов замечательных. Да, кстати, а вы откуда? А вы откуда? В Ташкент. В Ташкент его перекинули. Кого перекинули? Ну, моего деда. А, вашего дедушки. А вы откуда? С какого вы города? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Вы, может быть, учились где-то в каком-нибудь вузе хорошем? Учился в высшей школе экономики в Москве. Замечательно. Вы инженер? Нет, я с высшим юрист. Образованием, нет? Экономист? Юрист. Вы юрист? Да. Понятно. Ну, замечательно. Жалко, что не инженер, а то поговорили бы. Ну, видите, вот не пошел по стопам деда. Ну, ничего страшного. Если что-то хотите спросить, сказать, пожалуйста. Кстати, как у вас там в Харькове дела? Вы знаете, жизнь наша постепенно восстанавливается. Ну, сначала она очень резко ухудшилась, потом стала резко восстанавливаться, ну, скажем, достаточно интенсивно. А сейчас понемножку восстанавливается. Кстати, хотите, вот у меня очень большой вопрос. Я в 2001 году служил в спецназе внутренних войск. И я видел Сашко Билова там. Хотел бы узнать, что он там делал. А где? В Чечне. Что он там делал? Ну, помогал, да. Естественно, братскому народу Нохчи бороться, конечно же, с оккупацией, со зверствами федералов, россиян. А вы не находите, что то, что наши потом пришли, это примерно то же самое? Примерно то же самое? Войска, украинские войска. Не, ну вы же первые начали. Вы же первые начали. Я же говорю, первые. Нет, а зачем первые. Забрали у нас Севастополь? Зачем первые точно первые. Севастополь войска, зачем забрали? Да, давайте войска разбираться. Украины вторглись, перешли государственную границу Российской Федерации и забрали Севастополь. Вон оно что. Я же не знал. Извините. Севастополь был городом федерального значения Российской Федерации. Да. Дальше будем продолжать. Ну, я же говорю, и войска украинские вторглись, пересекли границу. Корчинский, точно. И куда-то делся. Да, Корчинский, да, пересек границу. С войсками, с танками, с градами начал обстреливать Севастополь и оккупировал его, аннексировал. Что Россия должна была сделать? Ну, конечно, так сказать, проводить оборону Севастополя. Почему вы без боя сдали Севастополь? Я тебя не слышу, брат. То, что ты говоришь, это полная чушь. Конечно, полная чушь. Так что будь здоров. Ага, вот и все.